Написано «You know life». Всем привет. Привет, Валентина Денисенко. Вы видите меня в отражении. Меня зовут Тимур Тыждинов. И я тот, кто с плохой регулярностью вещает на перевес. Сергей Беза, привет. Давно не слышались. Очень рад тебя видеть. Спасибо всем, кто приглашает своих фолловеров. Огромное спасибо. Красота за окном. На самом деле серость. И у меня в гостях в Чикаго приехали Челпаченки. Влад Челпаченко и Таня Челпаченко. И они сейчас где-то там гуляют. Вот где-то вон там я их отправил. Вот. А сам поднялся в офис. И понял, что не хватает общения с людьми. Что мне не хватает выступлений, и поэтому сегодня я решил провести два выступления. Первое выступление — это здесь. Я проведу на тему, как подключить бизнес-профиль в Инстаграм. А второе выступление, которое я хотел провести, это... Поздравляю, Антонио Герман. Второе выступление, которое я хотел провести, будет 20.00 через Facebook Live. Я теперь там веду периодически лайв-трансляции. Периодически это уже будет аж вторая. И я поговорю на тему продаж. Так вот, кто из вас видел, что такое бизнес-профиль в Инстаграме? Давайте я сейчас перейду к презентации, не свойственной мне. Просто я уже проводил подобное на Facebook Live и потом подумал, а почему бы то же самое не рассказать в своем любимом Перископе. Кто знает, как это сделать, поставьте плюсики или минусики. Как сделать бизнес-профиль в Инстаграм? Как раз сегодня хотел разобраться. На самом деле, лучше всего... Все плюсики уже все знают. Лучше всего, когда спрашивать свою аудиторию, что им нужно, и исходя из этого что-то делать. Вот видите, сколько минусов. И меня, честно, замучили, когда я поменял в Инстаграме. Блин, мне надо было, на самом деле, не в Перископ выходить, а постричься сегодня. Что-то не подумал. Сейчас парикмахерше позвоню. Так вот, спасибо за крутого. Так вот, куча людей, когда спрашивают тебя одно и то же, ты думаешь, надо реально это рассказать. Еще сегодня вам дам несколько инструментов, тоже расскажу. Немножко про Facebook Live, про YouTube Live. Давайте, в принципе, начнем. Включаю презу и переключаюсь. Вот так выглядит профиль Перископа. И, фу, Инстаграма. Если я буду тупить, вы мне говорите. Вот так выглядит профиль Инстаграма. И у меня появились вот такие две кнопочки «Связаться», куда нажимаешь, и можно там позвонить, отправить электронное письмо мне. Это круто, если вы продаете сразу что-то с Инстаграма. Во-вторых, у меня появилась детальная аналитика вот здесь вот. И это самое крутое. Я показывал Владу Челпаченко, он вообще зафанател. Сегодня в 5 утра мы с ним вели душевные беседы на кухне. И как раз-таки он очень вдохновился вот этой статистикой. Смотрите, теперь у меня есть появилась возможность под каждым постом своим. У меня есть показы, охват и вовлеченность людей. Вы тут, ребят? Вы там что-то сердечки прекратились. Вы там это не забывайте. И вот смотрите, что самое крутое, что внутри появилась аналитика. Аналитика по Инстаграм подписчикам. И выше чуть. Не знаю, все нормально, зря вы. Вы можете видеть ваши лучшие публикации, которые самые вирусные. И самое главное, это вот эта штука. Кстати, время — это по моему времени, по чикагскому, не смотрите. И смотрите, то есть я знаю точно, что по четвергам у меня хорошо будет работать время выкладывания поста, там, допустим, в 6 утра, в 9 утра. И самое лучшее — это когда у меня от 8 до 9 до 10 вечера. Угу. Вот вам говорят, VPN включи.
И вот тут есть аналитика, и можно промо-посты прямо с профиля. Итак, кто же хочет узнать, как это делается? Пишите, кому это интересно. Делается это на самом деле просто. Вы ставите программу, которая называется FreeVPN. Вот такая программулина, она есть на андроидах, она есть в Apple Store. Ее нашел Сергей Беза, который писал привет в самом начале этой трансляции. Сергей, огромное тебе спасибо. И с помощью этой программы вы можете выбрать страну и подменить страну. То есть данная функция бизнес-профиля сейчас доступна в США и в Австралии. И вы можете с помощью этой FreeVPN выбрать либо США, либо Австралию. И будет вам счастье. И после этого вам нужно будет, просто поменяв страну, войти в свой Instagram-профиль. И в этом Instagram-профиле вот здесь есть такое колесико. Вот это колесико сверху. Сегодня только Владу подключал, поэтому знаю наверняка, как это делается. И вот здесь будет надпись в этом колесике «Переключиться на бизнес-профиль». Нажимаете вот это. Вам надо будет соединить страничку с Facebook бизнес-страницей. Надеюсь, что она у вас есть. Если нет, то создайте свой паблик на Facebook. И как только вы это сделали, то вы сразу же увидите вот бизнес-профайл в Инстаграме. И вот так будет выглядеть ваш профиль сразу после этого. И все, вы получите аналитику. Кстати, аналитика не будет доступна сразу. Он будет анализировать только последние посты. И вот для этой аналитики нужно 24 часа, чтобы прошло. Что еще хорошего появилось? Во-первых, надеюсь, вы смотрите, в Инстаграме появилась такая штука, которую они смоделировали, мягко говоря. А грубо говоря, стырили полностью с этого. Блин, что у меня с памятью сегодня? Со Снэпчата. Было такое супер приложение Snapchat, от которого я кайфовал. А потом Инстаграм выпустил свой Snapchat и убил полностью весь Snapchat. И теперь я периодически пишу свои рассказы. Как вы это можете сделать? Обновляете Инстаграм. И у вас вверху Инстаграма последней версии появляется вот такой плюсик. И вы можете записывать 10-секундные истории. И кроме того, вы можете вверху видеть вот ленту людей, которые постят что-то в блог. У меня достаточно большой охват, там 1400-1600 человек. Каждый 10-секундный мой блог смотрит. По-моему, это вполне прикольно. И для вас, для предпринимателей, и для всех, кто просто использует Инстаграм как хвостограм, это тоже отличная возможность пропиариться. Дальше. Последнее, что я вам хотел рассказать. У Ютуба появилась такая штука, что теперь можно вести приложение прямо можно прямо с приложения телефона вести трансляцию на YouTube. То же самое, что делает Перископ. YouTube, Facebook потом сами придумали то же самое. YouTube говорит, ну, чем и хуже. У Facebook есть, у Перископа есть. И у нас тоже будет YouTube Live прямо с телефона. И я попробовал сделать вот такую пробную трансляцию. Макс пишет, Тимур, а через какую прогу ты вывел экран телефона на перископ? Через прогу, которая называется телефон, поднесенный к компьютеру. Ладно. Еще раз приложение для инсты. Слушай, Ольга, посмотри, пожалуйста, записи, там перемотаешь потом. Сейчас уже не буду возвращаться. Так вот, я попробовал впервые, мы с бизнес-молодостью катались по архитектурному туру Чикаго. Я впервые попробовал, мне Женя Ронжина настроила, как раз показывала, как делать YouTube-трансляции. Вот, и вот это я сидел, просто снимал прямо в этом, прямо на крыше кораблика, и сидел прямо с телефона, фигачил на YouTube. Кому интересно, как это сделать? Если сейчас 30 человек не напишет плюсики, я не буду это рассказывать, потому что активность что-то какая-то. Какие-то все вялые в перископе, даже стыдно за вас.
хочется уйти в Periscope, в Facebook Live опять от вас. Потому что там вообще Facebook Live рулит. Пока человек 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ребят, поделитесь моим эфиром, пожалуйста. К вам огромная просьба. 1000 лет ничего не вещал на Перископе. Прошу вас поделиться. А то уже люди, наверное, забыли, кто такой Тимур Тажидинов. Спасибо, Rebel Girl. Да некогда чаще выходить надо. Если бы я мог. У нас сейчас куча новых проектов. Вот, СБМ сейчас большой запуск, 10 Years Advantage, готовили курс. Вчера только Михаил Дашкиев уехал из Чикаго. У нас свои запуски, у нас живой 9-11 будет, поэтому мне сейчас вообще не до Перископа. Так вот, как это делается? Возвращаясь к своей презентации, скачивайте программу, которая называется Live. Называется она Live Now, Stream Live Video with YouTube. Спасибо еще раз всем, кто поделился. Ольга, и тебе спасибо. Не, Перископ не сдох, просто мне стало немножко на все не хватать времени. Потом смотрите, что вы делаете. Вы заходите в вашу творческую студию на вашем YouTube-канале. Я это прямо с телефона делал, но мне понадобилось минут 5, чтобы разобраться, поэтому я вам сейчас просто разжую. Заходите в прямую трансляцию. И называйте трансляцию там как-нибудь. После этого у вас появляется вот такая штучка внизу, которая называется настройка видеокодера. И он вам дает вот такую ссылку и пароль к ней. Ключ трансляции. Сейчас попробую сфокусировать. После этого вы идете в это приложение. Запоминаете это или копируете, и в приложении, в настройках, в приложении Live Now вам просто нужно будет ввести вот этот ключ и вот этот пароль, и все. И после этого вы начинаете вещание, как начинаете в Перископе, и оно автоматически транслируется на ваш канал. Вот это вам нужно будет URL и название ключа трансляции. Я не буду показывать, а то кто-нибудь потом от меня будет вещать на мой YouTube. Звук пропал, очень сожалею, у меня вроде все нормально. Все, ребят, вроде. Насколько вам было полезно сегодняшний короткий эфир? Давайте я вам что-нибудь... мы что с Сергеем придумали. А на компьютер какой декодер использовать? Не знаю. Ну, вот мы с телефона просто вот этот декодер использовали, и все. С компьютера можно с помощью Google Hangouts вещать. Кому интересно познакомиться с нами вживую, у меня будет тренинг в Москве. Оставайтесь сейчас здесь, я вам сейчас кое-что покажу. Прикольное, вам понравится. Тимур Бис, тренинг Москва. Мы проводим живой тренинг совсем скоро в Москве. И он будет посвящен воронкам продаж. О, прикольно, с видео моим. Не видел еще такой вариант лендинга. Будет посвящен воронкам продаж. Мы будем рассказывать. Причем с 9 по 11 мы 9 полный будем весь день. Продажи, социальные сети. Вот эти все новинки я буду более подробно рассказывать. То сейчас, что появилось в соцсетях. Более подробно расскажу о Facebook Live. Кстати, чтобы вы понимали, вот сегодня у меня будет еще одна трансляция через 45 минут в Facebook Live. Вот это я приглашение небольшое записал. Прошлая трансляция на Facebook Live, сейчас я вам покажу статистику, чтобы вы понимали, почему Перископ уходит на второй план. Каких-то мужиков не запостили, обнаженных на страницу. Сейчас, секундочку. Самая лучшая литература – это не литература. О, кстати, кто не разберется с Инстаграмом, у меня на Facebook Live Тимур Чикаго. Вот здесь висит инструкция от Сергея, как это все настраивать. Кто не переключит Инстаграм бизнес-профиль. Сейчас я вам покажу статистику предыдущего эфира. Кстати, этот парень на Влада Силпаченко чем-то похож. Так. Надо ему сегодня показать.
Где у нас там бывшие трансляции? Серега, а где трансляция? Хотелось бы ее очень увидеть. А вот. Моя трансляция на Facebook Live. Посмотрите. Посмотрела 16 тысяч. 55 человек увидело эту трансляцию, а просмотров видео, ну пост, 4,8 тысяч, 150 человек поделились, 244 лайка. Сегодня через 45 минут я буду рассказывать новые фишки продаж, тоже на Facebook Live. Если вы не подписаны на страницу Тимур Чикаго, то подпишитесь и приходите, и ровно в 20:00 перезагрузите вашу страницу. А теперь специальное предложение, которое я обещал вам здесь, который вам подготовил Сергей, опять же ему спасибо. Вот этот наш живой тренинг, который будет проходить, вот это то, что будет на первый день. Воронки, воронки, воронки. Второй — продажи. Третий день — работы с соцсетями, email-маркетинг. Вот так проходят наши мероприятия. У нас тут где-то видео было с предыдущих мероприятий, которые вы наверняка видели в Инстаграме. Так вот, у нас есть специальный оффер для вас. И сейчас в Перископе появилась ссылка, по которой вы можете по чисто символической цене, и мы это сделаем ссылку сейчас, ну, пока 10 человек не кликнет и не оплатит. Вот, потом я эту ссылку из профиля Перископа уберу. Я делал этот оффер в Фейсбуке для тех, кто был в прямой трансляции. Сейчас для тех, кто в прямой трансляции Перископа, можете перейти и увидеть сюрпризную стоимость этого ивента. Но опять же, только для 10 человек мы ее сделаем, и все. То есть, чтобы было по чесноку и для тех, кто вот у нас тогда был в Фейсбуке, ну как-то в Фейсбуке сделал, а в любимом Перископе не сделал. Поэтому переходите на профиле Тимур Чикаго, вы увидите эту штуку. И я буду рад с вами увидеться уже 9-11 числа по Москве. Вот так будет все происходить. Кстати, мы опять будем в Новотеле, только нас, наверное, уже будет 300 человек в зале. Вот, мы думаем побольше зал собрать. Тогда было 200 вот на этом ивенте. Будете также прыгать. Маша будет со всеми обниматься. Проходит это с 9. Да, и мы начинаем... Сколько? С 9 утра? Блин, я же с 10 вроде просил. А, нет. В 9 начинается регистрация. С 10 утра в пятницу мы начнем. Это ивент, который мы хотим сделать прямо 3 полных дня, потому что мы не успеваем за 2 дня. Ну, мы раньше делали в пятницу вечером, теперь мы пятницу полный день еще делаем. Это будет проходить в Новотеле. Все, супер офер, я вам сказал, где найти. Увидимся с вами, с некоторыми из вас, уже совсем скоро, 9 сентября в Москве, на этом ивенте. Для всех остальных, кто не может добраться до Москвы, приходите в Facebook через ровно 40 минут. И перезагружать страницу, и там будет очередная трансляция моя по теме продаж. Ребята, всем огромное спасибо за то, что пришли на мой эфир. С вами был Тимур Твердинов. Пока.